Если за дело, то, что происходит вокруг, нужно браться за дело. Старт проекта был дан накануне во дворе, что на улице Мопра. Вооружившись необходимым инвентарем, который, к слову, предоставили сотрудники ЖЭСа номер 3, закатав рукава повыше, парни и девушки взялись за уборку дворовой территории. Конечно, субботники для активистов не в новинку. Наводят порядок на городских площадках, обустраивают места отдыха, следят за чистотой Бреста БРСМовцы регулярно. И зимой, и летом. Но эта трудовая акция особенная. Любой отдых молодежи всегда начинается со двора. Вот на данный момент это дворовая площадка. Мы ее убираем. На самом деле есть уже эффект в плане того, что местные жители интересуются, что мы делаем, почему делаем так. Благодарят, говорят, правильно, хорошими делами занимайтесь. Поэтому вот акция, цель нашей акции – за дело. То есть именно взять не словом, не какими-то показушными мероприятиями, а реальными делами доказать, что молодежь, особенно Белорусский республиканский союз молодежи, интересует хорошие дела. Мы будем проводить различные даже челленджи. Может быть, молодежь города Бреста, вот сегодня мы уберем этот двор и дадим послание, может, городу Барановичу, чтобы они убрали какой-нибудь схожий двор сами. И дальше этот челлендж продолжался там, в Ганцевиче, в Каменец или в другие области тоже передадим. Как правило, в день рождения подарки вручают именинникам, но в свой праздник молодежные лидеры приготовили сюрприз для горожан. Кстати, масштабные трудовые акции состоялись во всех уголках Беларуси. Белорусский республиканский союз молодежи не просто многочисленная, но и самая востребованная организация для таких структур, как мы. Прежде всего, хочу сказать, что мы работаем с БРСМ уже не первый год. Эта организация доказала то, что она действительно действенна в вопросах благоустройства наших дворовых территорий, улиц. И сегодняшняя акция тому еще одно подтверждение. Слова поздравления звучали на Брестском Арбате. Выступления лучших творческих коллективов города сделали день рождения БРСМ ярче, разнообразнее и душевнее. Мы как друзья БРСМ много-много лет сотрудничаем постоянно, выступаем везде, поддерживаем. Очень хочется поздравить их с днем рождения, пожелать их творческих успехов, достижений новых целей, реализации разных мечт, можно сказать, и всего-всего самого лучшего. За 16 лет они стали не просто командой, настоящей семьей. В Брестской организации десятки еще не раскрытых и реализованных талантов, сотни свежих интересных задумок, планов и идей. Кстати, по поводу идей. Вскоре в одном из излюбленных мест Бреста, набережной Франциско Скорины, появится новая молодежная локация. Ее концепция пока не определена. Возможно, будет объявлен конкурс проектов.